Мама писали. Каждый день пишет. Я пошла в Татьяне. Сыну постановили. Вы перекрыли, да? Она узнать не могла. Лав сейчас застрянет. Я напечатаю за лапу. Иди и посмотри, что он делает. Я представляю, Оля. Нет, наоборот, проталкивает. Подталкивает. А сверху он не видит их. Лапа. Ой, он тебе листок поцарапал. Еще будешь, да, печатать? Вот так умеет, видишь, да, лапа хвост, это. Еще вверху не ловил. Еще что впустить. Ну, развлечение. Уже двумя лапами. Вообще наглый такой. Ты бумагу порвал. Держу. Что, все? Не пойдет. Ку-ку. Ты пошла. Блин. Что, еще что-то печатать? Ну, он ждет.